У меня все чисто. Никакой пространственной активности. На дороге все чисто, Джон. У меня все путем. Кейтлин. Излучение и пульс нормальные. На Земле X есть поговорка: если смеешься вслух, должен делиться шуткой. Результат жизни на Земле, где радость — редкость. Это записка от убийцы Мороз. Так мы общаемся. Общались. Снова сломала термостат. Он меня ненавидит. Как мило. Скучаешь по ней? Все не так просто. Мы начали сближаться друг с другом. И я знаю, как безумно это звучит в разговоре о той, кто буквально жил внутри меня. Я на другой земле перевожу человека-бомбу, а мое сопровождение может вернуться в будущее. Твоя история наименее безумная за весь день. Одно скажу точно. Я буду скучать по тем запискам. Даже если это альтер-эго, скучать по тому, кого потерял, нормально. Как он тут? Излучение низкое, показатели в норме. Я дала успокоительное. Вроде работает. Отлично, мы почти... Пространственная активность. Папа! Ты тут застрял. Замок открыть, но дверь... Она как будто весит тонну. Айрис. Айрис? Папа? Дево вырубил нам связь. Он здесь? Мистер Аллен, как всегда, вы на шаг позади меня. Ура, шуточки! Злодеи Земли-1 такие забавные? Вы не представляете, насколько... Ты не заберешь осадок. Могу и заберу. Если не здесь и сейчас, то после вашей тайной транспортировки в Аргус. Да знаю я. Помните? Чудно. Тогда не придется жалеть об этом. Да, считай, я разочарован. Жалкие звуковые волны, производимые вашей игрушкой, слишком слабы для моего нового тела. Каким же даром наделил меня мистер Дибни? Разумеется, не в прямом смысле. Так, новичок. Барри? Почему ваш разум в таком беспорядке, мистер Аллен? Позвольте облегчить боль. Ну все. Я линяю. Нет, 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 прошу, останься и успокойся. Нил, стой! Слушай меня очень внимательно, и мне не придется повышать голос. Грузовик теперь мой. Damn right, and I do it again, cause I am life, so